Всем привет! Очень скоро состоится премьера нового турецкого сериала под названием «Без мужчин». Жанр – драма-мелодрама. В ролях – Серкан Алтунарак и Сонгюль Оден. В центре сюжета – талантливый ученый средних лет, который достиг успеха и был абсолютно счастлив со своей прекрасной женой. Однако его жизнь резко меняется после того, как врачи обнаружили неизлечимую болезнь и сказали, что жить ему осталось недолго. Ученый взял себя в руки, и вместо того, чтобы раскисать и отчаиваться и жалеть себя, он начинает работать над своим грандиозным проектом по созданию уникального прибора, который поможет установить ему телепатическую связь со своей женой. Мужчина надеется, что даже при разлуке он мысленно сможет быть рядом со своей супругой. Он полностью уверен, что успеет завершить проект, прежде чем умрет. Но на его пути неожиданно появляются люди, которые, узнав об этом приборе, решили его заполучить, и при том любой ценой, чтобы в будущем использовать его в своих корыстных целях. Сумеет ли ученый защитить свое изобретение и не дать ему попасть в руки недоброжелателей? Ответ на эти вопросы узнаем, посмотрев данный сериал. А если вы не хотите пропустить его точную дату выхода, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.